Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители ножей. Я сейчас вам, вашему вниманию, покажу один нож, который очень давно у нас на рынке, где-то с 5-го года примерно. Ну, не очень давно, он так средний. Нож «Медведь» называется. Было время, его брали, но никогда он, конечно, в лидерах продаж не был, этот нож. И я всегда говорю, вот если вы все мои обзоры смотрите, я всегда говорю честно то, как это было. Но задача этого ножа была какая? Вот. Именно подпальцевая выемка. Есть у нас еще такой нож «Белка». К сожалению, я в следующий раз как-нибудь сниму сравнительный обзор. «Белка», она чуть шире, но короче. Вот так вот, короче. Это шкуродер. Это, в принципе, тоже шкуродер. Где-то концепция что-то среднее между грибником и соколом. Нож, как охотничий, на мелочевке, очень неплохо. Рукоять здесь кожаная. Рукоять сокола. Вот. И лезвие грибника, ну, чуть поположе. Чуть поположе. И маленький дропчик есть. У грибника нету. Только у последних моделей будут дропы. Но мы взяли и мы работаем. Вот смотрите. Данный нож выполнен с рукоятью кожа. Сталь 95 Х18. Значит, рукоять кожа, она просто заполирована с воском. Чуть-чуть попадет вода, ворс. Коэффициент трения у кожи равных нет. Но кожа, она впитывает запахи. И многие вот, когда рассказывают то, что собака рычит на нож, это говорится не про бересту, а про кожу. Потому что береста не это. Если вы хорошо помыли, собака на бересту рычать не будет. Но коэффициент трения у кожи выше. Сколько проходит рукоять с кожи? Ну, сколько она проходит? Ну, лет 20 точно проходит. Это еще прожить надо. Потом, конечно, она мыет. Это вот тоже ворс чуть-чуть поднимет. Ну, как бы. Но мы этот нож делаем в любой рукояти, чтобы вы понимали. И в венге, и в бересте, и еще что-то. Я вам просто показываю концепцию самого ножа. Еще раз говорю, нож это охотничий, понятно. Для, вот, вот я сейчас, вот я взял, вот я его, хват. Я работаю по пушнинке аккуратно, чтобы не прорезать шкурку. Ну, имитирую, да? Вот, вот я палец поставил. Нож по-своему тоже хорош. Ну, понятно, что как основной нож, его смысла нет покупать. Это когда у вас есть много ножей, когда у вас есть какие-то деньги. И что нож чисто для пушнины. Да, вот медведь и белка. Вроде такие полярные. Медведь такой, белка маленькая. На самом деле белка будет вот такая и чуть шире. Продаются примерно одинаково. Но одно время медведь, конечно, продавался. Сейчас стал похуже, но никто же не заставляет вас покупать. И силовой кончик, ребята, грань идет в носик. В носик. Что это такое? Я вам показываю. Сейчас показываю. Вот смотрите. Это я вам что показал? Возможности работы ножика с силовым кончиком. Если взрезка идет вот сюда, кончик ослабленный, он либо даст гофру, либо сломается. Не буду вас долго задерживать. Всего доброго, до свидания.